Творчество молодых не знает границ. Танцы, песни, театр, любой жанр, в котором можно себя проявить, находит отражение в конкурсе «Студенческая весна». Впервые в Чебоксарах на одной сцене борются за победу студенты сразу трех вузов. Чебоксарского филиала Российской академии госслужбы, Санкт-Петербургского филиала Гуманитарно-экономического университета и МАДИ. Он у меня день и ночь работает на стройке. Подожди, так ты же говорила, что он у тебя директор строительной фирмы. На самом деле я все это придумала. Студвесна ассоциируется с чем-то легким и веселым, но проблемы в постановках в вузах раскрываются самые глубокие – одиночество, привязанность, перипетии любви. Главное, что заканчивается все хорошо, как на сцене, так и за ней. Это объединение, потому что как-никак вы на протяжении двух месяцев одной команды, там 20-30 человек, собираетесь до ночи в университете, можно там спать, не спать, это без разницы. Но самое главное, что мы вместе, и мы победим обязательно. Конечно, здоровая конкуренция только во благо. Но, несмотря на волю к победе, соперничество за кулисами сходит на нет. Во-первых, это можно охарактеризовать тем, что три председателя студенческого совета дружат между собой. На одном из собраний студенческих советов ребята, да, председатели решили объединиться. Вот, и мы так в неформальных обстановке встречались, сидели, думали, как это лучше сделать, и решили, что это будет конкурс. И на прощание ты смахнешь. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.